гениальные люди, сломавшие систему. Этот парень разместил фотографию в интернете и сказал, что каждый раз, когда он паркуется там, где это запрещено, он ставит фальшивый билет под свой ветровой щит, чтобы полицейские не дали ему настоящий штрафной билет. Мне кажется, это очень хитро. Ты 100% делал эти вещи в школе. Я уверена, что мы все рисовали птиц вот так и прокалывали дырочки в ластике карандашом, верно? Мазали руку клеем, а потом отдирали его, как будто это кожа. Набирали в калькуляторе большое число, и он выдавал ошибку. Просовывали карандаш в линейку, и у нас получался спиннер. Если ты делал что-то из этого, то пиши в комментарии. Это настоящая сила времени. Эта семья убрала ковер с пола впервые за 60 лет. И можно увидеть, как солнце выжигало дерево. Ветер дул на это растение очень долго, и оно буквально процарапало деревянный забор рядом. Почему многим людям так приятно выдавливать прыщи? Многие испытывают удовольствие от страха и отвращения. Эти эмоции возникают, когда ты выдавливаешь прыщи. Для некоторых выдавливание прыщей является способом успокоиться, как антидепрессант. Для других это является просто как удовольствие или способ развлечься.